Всем привет! Сегодня я смотрю игрушку под названием Battle Arena, боевая арена, которая вышла 16 сентября 2019 года. И она совершенно бесплатна в Steam. Любой может поиграть. Как пишут разработчики сами о своей игре, что это многопользовательский онлайн-шутер в сеттинге высоких технологий, Sky-Fi. Ну, по-английски называется Sky-Fi, по-русски высокие технологии, короче. Технологии будущего, так сказать. Вот я зашел сейчас в менюшку. Что мы видим? Видим тут вот найти игру, магазин. Наверное, так разработчики зарабатывают. Настройки, Discord и выход. Тут можно выбрать какой-нибудь сервак, что ли. Connected.ru. Нет, сервак мы выбрать не можем. Значит, может быть, игра автоматически выбирает сервак, я так полагаю. Есть настройки, очень минималистичные, но спасибо разработчику хотя бы за то, что они есть. Потому что я играл много игр, где даже таких настроек нет, где вот просто есть там. Ты можешь включить звук, выключить, включить музыку, выключить, все. Больше никаких настроек нет, даже кнопки выхода нет. Тут хотя бы есть какие-нибудь настройки, кнопка выхода, есть русский язык. За это уже разрабу. Спасибо. Давайте глянем в магазин. Что тут в магазине у нас? Какие-то три вида пушки. Четыре вида пушки, все. А нет, не четыре вида пушки. Тут больше видов пушек. Это. А за сколько я могу купить? Нажал купить, и меня, короче, перекинуло в магазин Steam. И пишет мне, короче, что Assault Laser стоит 259 рублей. Laser Automat. 259 рублей. Короче, наверное, так разработчик зарабатывает. Короче, хочешь купить вот это, будет добро выложить 250 рублей. А сколько стоит вот эта пушка? Assault Plasma. Тоже 259 рублей. Ясно. А это, я так понял, стоковые пушки. Они совершенно бесплатные. Так, игрок. Игрок, я так понял, игроки тут тоже покупные, да? Или нет? А ну, сколько стоит купить игрока? Игрок 329 рублей. Марсианский убийца. Жесть. Цена. За такую цену игру можно купить полноценную. Теперь понятно, как разработчик зарабатывает на своей игре. Она якобы бесплатно, но контент в этой игре стоит столько, сколько стоит полноценная платная игра. Да уж. Так. Через прицелы. Даже прицелы продают. Все продают, даже. Ну, а прицел сколько стоит? Сука, сраный прицел, 149 рублей. Жесть. Я в это просто не могу поверить. Сраный прицел, 149 рублей. Ладно, фиг с ним. Поиграю на стоковом, я так понял. Вот это у меня стоковое, и другого у меня нет и не будет. Стоковая пушка. Автомат. Стоковый персонаж. И стоковый прицел. Убийство. УС, это что такое? Убийство смерти, как понял. Коэффициент убийств смерти, это смерти. Победы, матчи, поражения. Ну давайте глянем, есть ли в этой игре онлайн. Она все-таки бесплатна. Значит, любой желающий может скачать и поиграть. Так, 3, 4. Онлайн набирается потихоньку. Сейчас утро, кстати. Точнее, нет, уже почти обед. Уже почти обед, почти 12 часов обеда онлайн набрался. Так вот, наш персонаж напишет, как стрелять. Интересно, патроны. Я вижу, уже человеки бегают за натными пушками. Интересно, патроны тут бесконечные. Граната. Ой! Я нарвался на игрока. Я на мерзкого донатера нарвался! Так, а это. Правая клавиша это. Короче, бить холодным оружием вблизи. Ух, как мне подкинул. А тут довольно-таки большие площадки. Тут я, похоже, уже играл. Похоже, я уже где-то играл и тоже бесплатно. А еще, похоже, игры я играл еще давно-давно на приставках.
приставках я играл похожие игры. Вот эти вот такие вот площадочки. Прыгаешь по ним. Стреляешь там кого-то. На Денге, похоже, играл, на Сеге. Только там надо было с ботами воевать. А тут ты воюешь с живыми игроками. Конечно, с живыми игроками оно интереснее, конечно, живыми. Ой. Мне кажется, да, у меня патроны закончились. А где патроны взять? Где взять патроны? А вон Эмма. Вон где чего-то тусуется. Короче, надо это. Надо патроны беречь. Ускорение борьба. Щит-Н. Так, щит-Н. А фиг там, я нажимаю N. А, вот оно вот внизу восстанавливается. Я должен подождать, пока оно восстановится. И тогда могу активировать щит. Так, у меня 3 гранаты. 3 граната 40 всего лишь пулик. А, я не могу до него допрыгнуть. Он гранаты кидает. А вот тебе! Что ты сделаешь против щита? О-ха-ха! Короче, я понял, как в этой игре делают киллы. Ты ждешь, пока у тебя щит активируется. И мочишь всех. Короче, фишка в том, чтобы появиться. И пока у тебя щит, кого-то замочить. А потом куда-нибудь заныкаться, подождать, пока вот внизу щит отгенерится, активировать его и опять кого-нибудь кильнуть. Вот это вся фишка игры. Короче, ты ждешь активации щита, активируешь и кого-то убиваешь. Все. Блин, ну это скучно, чуваки. В 2019-м выпускать такие игры и играть в такое, вы серьезно? Вон бесплатный Counter-Strike. Совсем даже не требовательный. Совсем даже не требовательный, бесплатный. Трехмерный, мать его, Counter-Strike. И в 2019-м играть в такое двухмерную стрелялку, пусть даже и бесплатно. Вы серьезно, чуваки? Покупать пушки за 300, за 300 рублей и прицел за 150. Что? Кто? Какие дураки это покупают? Пушки и прицелы за 300 и 150 рублей. Кто это покупает? Кто? Я не понимаю. Я понимаю одно, что игру эту выпустили чисто, чтобы заработать на новизне, потому что есть некоторые люди, которые любят игровые новинки. Так вот, эту игру выпустили чисто для того, чтобы заработать на любителей новизны, на школьников любителей новизны. Я не верю, что взрослый умный человек купит такое. Я не верю. Это купит, скорее всего, какой-нибудь подросток, у которого есть лишние деньги, у которого родители, скорее всего, богатые. Вот, наверное, на таких людей эта игра и рассчитана. Double Split выиграл игру. Капец, сколько людей играет, и какой-то только один выиграет игру. Вот он. 20 убийств, 13 смертей, счет 10. Да уж. Не, скучная игра. Далее два достижения. С кем не бывает. Первый десяток. Очень скучная игра. Пусть даже она и бесплатная. Я говорю, зачем такой играть, если в Steam есть куча бесплатных игр, гораздо лучше, гораздо интереснее. Не сильно требовательные к ресурсам компьютера. Не сильно.
Зачем играть такой? Кто в это играет? Кто платит бабло? Это просто... Это бред! Я замочил донатер. Вот зачем покупать пушки за 300 рублей, если я только что замочил чувака с пушкой за 300 рублей? Зачем он ее купил? Чтобы я, нуб, со стоковой пушкой его убил? Серьезно? Дай бы хоть этим донатить какое-то преимущество надо мной и такими, как я. Чтобы он мог... Так, уже патроны забрали. Чтобы он мог меня замочить в равном бою. Я замочил донатера. Зачем он покупал пушку за 300 рублей, чтобы я его замочил? Глупец! Он просто глупец. А я молодец. Я играю бесплатно. Со стоковой пушкой. И я мочу мерзких донатеров. Ва-а-а. Терлим-бом-бом, терлим-бом-бом. Агоном идет. Ебаться. Давай, иди сюда. Вот так тебе. Так, где тут? А! Патроны! На тебе гранаты! Так. Терлим-бом-бом-терлим-бом-бом. Опять патроны пошли. Да что ж тут будет? Да. Патроны! Нет! Где патроны? Патроны. Патроны! ХП и ХП. Не надо мне ХП, патроны надо. Оп! Да, давай, давай, давай. За одну жизнь я замочил двоих. Одного госа, одного донатера. Ва-ха-ха-ха-ха. Тыш, тыш. На тебе. Уф, тут как-то можно упасть. Я об этом даже не знал. Да блин! Бесплатная куизи на рояле, то интересно. Counter-Strike, хотя не фанаты, то интереснее. Робокрафт интереснее этого. Чуваки, зачем вы такое делаете? Тюки 19, зачем вы такое делаете? Зачем вы качаете бабло с глупых школьников? Которые даже не знают, что, наверное, что в Steam есть лучшие игры. Они, наверное, бедные даже не знают, что в Steam есть лучшие игры. И тоже бесплатно. Они, бедные, покупают это. Ведутся на рекламу разрабов. Ведутся на слово новинка. Да блин, манал я такие новинки. Я лучше в старинки поиграю, но нормально качественные, чем такие новинки. Так. А, убегаю уже. Боишься щита? Правильно, боишься. Еленя. Двойное убийство. Долки! Жителки! На! Привет, чуваки! Даблкил агейн! Ай, блин, нет! Убивает, ну! Какой-то нуб школьник убивает!
гранаты. Фаник выиграл. Не выиграл, а выиграл, сука. Эту игру еще и делал школьник. Эту игру делал школьник для школьников. Написано не выиграл, а выиграл игру. Ой, я ливаю с этой игры. Ну что ж, сами решайте, играть вам это или нет. В принципе, чтобы сбросить негатив, любая стрелялка хороша, любая абсолютно. Но я бы вам все-таки это играть не советовал, потому что у Steam есть гораздо круче и бесплатные игры. Counter-Strike, Cuisine Royale, Robocraft, Blockstorm. Просто куча игр. Но это вам играть не советую. Но решать только вам. А на этом все. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал.